Вальс на спортивной площадке не случайность. Как и вальс, бадминтон требует особой грации и координации от спортсменов. Чистопольский спортивный комплекс «Лидер» вновь принял соревнования республиканского масштаба. 150 юных спортсменов со всего Татарстана борются за титул первой ракетки. Это только второй этап турнира. В последующих будут определяться сильнейшие спортсмены в других категориях и других регионов.